В Твери на бульваре Нагина стартовал второй этап по благоустройству ярмарочной территории. Первый этап работ уже завершен. Установлен крытый павильон, оборудованный системой видеонаблюдения, электроснабжения с охраной и местами для хранения товаров. Сейчас идет второй этап строительства. Подрядная организация устанавливает вторую очередь, где будут продаваться продукты. На территории уже уложена новая брусчатка, а в ближайшее время начнется установка скамеек, урн и фонарей. В планах дополнительное озеленение территории и обновление остановок на бульваре Нагина, сообщают в администрации Твери. Кроме того, работа по модернизации территории не ограничивается только установкой торговых павильонов, а включает в себя также благоустройство пешеходно-прогулочной зоны.